Всех приветствую на канале Blockchain. Сегодня у меня продолжение обзора ICO проекта Sweep Self Mining. Проект будет работать на территории швейцарских Альп, где находится сотни незаселенных брошенных горных домиков. Заселение этих домов запрещено по законодательству Швейцарии, что и открыло возможность по локализации майнингового оборудования на практически бесплатной основе. Ключевой составляющей частью системы является модульный куб для майнинга, обеспечивающий наивысший уровень автоматизации и эффективности. Специальные алгоритмы постоянно подбирают наиболее выгодную для майнинга валюту, а также практически полную автономность. Техника требует минимального обслуживания. Все текущие задачи можно выполнить удаленно из центральной системы управления. Распределение ферм в горных условиях со средней температурой в 12-15 градусов способствует значительному снижению расходов на системе охлаждения. Криптовалюты и блокчейн постоянно развиваются. Майнинг принимает активное участие в этом развитии. Известно, что роль майнинга снижается, но оно остается колоссальным и никуда не исчезает. Майнинг всегда будет актуальным, он просто трансформируется в более узкую отраслевую деятельность со всеми законами и новыми правилами. На этом я заканчиваю обзор ICO проекта Swiss Alps Mining. Для получения дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь, всем пока!